Студенчество – это самая чудесная пора в жизни человека. Я нередко слышала эти слова от своих родных и близких с самого детства. Но убедилась в этом только когда сама стала студенткой. Сегодня я подхожу к завершению этого этапа моей жизни. И для самоотчета я вспоминаю все то, через что я прошла за эти 3 насыщенных года. Я с уверенностью могу сказать, что выросла здесь во всех смыслах этого слова и получила истинное наслаждение студенчеством. Школьницей я и представить не могла, что смогу участвовать в исследованиях, стать реальным лидером организации, изучать языки и повышать их уровень, ездить за рубеж и выигрывать гранты, стать международным волонтером и представлять страну в рамках грандиозных мировых проектов. И при всем при этом продолжать ощущать жажду новых знаний и навыков. За моим взрослением наблюдает весь университет, а я, будучи искрой движения прогресса, оставляю немалые след моей преданной работы как в университете, так и в моей стране.